хочу показать вам, вот в таком виде находят рубины, в том числе сафиры, ну в данном случае это у нас рубин. Это прям такой самородок, да, неограненный камень, тут много вон всяких включений. Вот в таком виде его из земли достали. Его будут греть. Сейчас он, видите, такой розово-фиолетовый, да? Его будут греть, потом его распилят на кусочки и огранят уже в зависимости. Его будут просвечивать, посмотрят, как он устроен внутри. И тогда распилят и огранят в несколько разных камешков. Ну, довольно интересно, красивые коллекционеры такие сложные кристаллы тоже любят покупать. Поэтому неизвестно, что выгоднее, продать его в таком виде или погреть, огранить, и тогда уже камни продать.